Джеверсу Бестаеву требуется дорогостоящая операция на глаза в Израиле. У молодого человека начало падать зрение вследствие сахарного диабета. Несколько операций, проведенных в России и Германии, помогли остановить потерю зрения. В Израиле обещают восстановить. Джеверс Бестаев по профессии медик, но плохое зрение не дает возможности работать. Молодой человек освоил профессию массажиста. Заработок собирает на лечение. Самому Джеверсу всю сумму собрать не удастся. Поэтому он рассчитывает на помощь неравнодушных людей. После этого, как это все произошло, как уже произошло обширное кровоизлияние, и делали уколы под глаз, там таблетки принимал тоже, да, пытались очистить глазное дно для дальнейших процедур. Ну и, в общем, ни одна клиника на территории Российской Федерации не бралась за меня, так как у меня сахарный диабет. Сейчас мне на операцию нужно очень много денег. Во-первых, на консультацию надо 6 500 долларов. Это где-то 420-430 тысяч рублей. Ну и плюс после этой консультации мне на операцию еще надо 120 тысяч долларов. Это сколько? Это 8,5 где-то миллионов.